В Бирске сдали экзамен по русскому языку. Он проходил в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мои коллеги побывали во второй школе и тоже получили пакет с контрольно-измерительными материалами. Паспорт и черная гелевая ручка. Ничего лишнего. К экзамену готовы. Только за партами не выпускники, поэтому особого волнения не чувствуется. В Бирске проходит всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Сдают русский язык. Но все равно переживаешь. Кажется, что ничего не помнишь уже. Галина Николаевна, давно экзамен сдавали? 30 лет назад. Есть волнение? Честно говоря, нет, вроде как. Мы же понимаем, что это же не так серьезно для нас. Чтобы родители могли почувствовать всю серьезность ситуации, экзамен проходит практически в полном соответствии с регламентом. В этом году печать контрольно-измерительных материалов будет осуществляться непосредственно в самой аудитории. Если в прошлые годы экзаменационные материалы приходили в день проведения экзаменов в аудитории, то в этом году защищенный канал передаются электронные носители, которые ключ имеется от электронных носителей только у члена ГЭК, и печать будет происходить непосредственно в аудитории. Все пункты проведения экзаменов оснащены видеонаблюдением, которое ведется в режиме онлайн. Здесь же монитор, так называемый ПАК. Между тем, контрольно-измерительные материалы розданы. Рука неуверенно выводит единицу без хвостика. Вот уж точно точка-точка-запятая вышла буковка кривая. Нужно поторапливаться. На все про все для родителей отведено 35 минут. К слову, часть родителей по совместительству еще и учителя, теперь посмотревшие на экзамен с другой стороны. Каждый год мы как учителя организаторами находимся. В прошлом учебном году я 9 раз была на экзаменах. Да? Но в любом случае, каждый раз, как первый раз, да, волнение. Ну, сегодня, получается, побыла на месте детей. Я думаю, это нужная процедура, чтобы изнутри родители почувствовали вот всю ответственность, прежде всего, все волнение, да, и посмотрели изнутри, что из себя эта процедура представляет. После такой процедуры приходит ясное понимание, какой нервный груз лежит на плечах выпускников в день сдачи экзамена. Правильность заполнения бланков, временной цвет нот, сложность заданий. Переживать приходится за все. Благо, родители, побывавшие на ЕГЭ, теперь будут относиться с особым пониманием.